феврале во время визита в Чебоксары тогда еще заместителя министра строительства страны Андрея Чибиса было принято решение. Столица Чувашии станет одним из пилотов проекта «Умный город». О том, что сделано к концу марта, говорили на еженедельном совещании в администрации города. Отдельные элементы системы «Умный город» в Чебоксарах уже работают, доложил заместитель главы столичной администрации Алексей Маклыгин. Активно используются различные цифровые данные, полученные с применением беспилотных летательных аппаратов. Реализуются мероприятия по монтажу автоматизированной системы учета и регулированию потребления воды и тепла в квартирных домах. И в автоматизированную систему сбора и передачи данных выводятся показания приборов горячего и холодного водоснабжения и тепловой энергии. Проект «Умный город» на 60% рассчитан на модернизацию сферы ЖКХ. В перспективе в городах должны будут появиться единые центры управления городским хозяйством. Насколько мы сейчас готовы к тому, чтобы у нас по «Умному городу» в рамках единой информационной системы работать? Наша задача к 2024 году, даже по дорожной карте немножко пораньше, такую систему создать. И создать единый центр управления городским хозяйством.